26 февраля в Ордобасинскую районную больницу был доставлен полуторагодовалый малыш, получивший тяжкие телесные повреждения в результате дорожной аварии. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 8 часов вечера по улице Казбекби, поселка Шубарсу, 38-летний водитель автомашины Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на мальчика 2014 года, находившегося у дома возле обочины дороги, после чего автомашина врезалась в придорожное строение. Малик Акнуров оказался буквально зажат между автомобилем и домом. Ему на месте оторвало ногу. Вызван по линии санавиации, это детский травматолог, реаниматолог и сосудистый хирург. После реанимационного мероприятия улучшение состояния больному произведена операция, их закрепляция правой нижней конечности на уровне правого бедра, тазобедренного сустава и иммобилизация перелома левого бедра. И оказана нейрохирургическая помощь. В данный момент больной находится в реанимационном отделении, в крайне тяжелом состоянии, оказывается реанимационное мероприятие. Ребенок был срочно доставлен в реанимацию, однако, несмотря на все усилия врачей, им пришлось только ампутировать останки конечности. Сильные были пьяные. Они напали на меня. Я им кричал, что это вы это мои, это сына это избили. И они сами напали на меня. Я прибежал, смотрю это, я сперва думал, нормально. Потом хватаю, одной ноги нету уже. И такси стоял, и раз на такси. Я не стал спрашивать, кто сбил, зачем мне это время. И я сразу сел на такси, до медпункта доехал. Я прибежал, моя дочка подняла этого ребенка, уже держала. А эти все стоят, смотрят, тот козел, который пьяный, они дерутся с соседями. Состояние ребенка остается крайне тяжелым. Водитель Volkswagen водворен в изолятор временного содержания. Согласно проведенной экспертизе, водитель Volkswagen Passat в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 345 части 2 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится досудебное расследование, а родители малыша день и ночь дежурят у больницы, следя за состоянием своего ребенка.